Всем привет, с вами Пенни Прец. И сегодня у нас второй день челленджа. Второй день челленджа. В общем, вчера я вне видоса открывал первый фрикейс. Кто-то там уже каким-то образом умудрился спалить, что мне там выпало, да? Вот. Ну, а я вам, кто не умудрился спалить, я покажу, что выпало. Вот. Вот. Короче, вчера мы закончили на вот этой нове, и с первого фрикейса мне выпали вот этих вот годные две пушки. И, короче, ребята, я тут вчера маленечко неправильно посчитал по баблу. По баблу неправильно посчитал. То есть, ну, я уже там описание вчера сейчас не буду видоса менять. Вот, но за вчера в общей сумме получилась вот такая цифра. 5557. 5557 получилось сделать за вчера, за один день. Сегодня все точно так же. Сегодня второй день челленджа. Единственное, ребята, одно уточнение. Цифра, ставка. Один человек, одна ставка. С твинов не пишем. Поэтому сами выбирайте, какую цифру оставить. Вот. Либо выберу я. 30 дней у вас есть, то есть подумать, раздумать. То есть вы одну цифру оставите. Но на 30-й день должна быть только одна цифра от одного человека, без твинов. Ну, твинов надо же где-то ограничивать. Ладно, полетели. Хватит разглагольствовать. Вот, сегодня-то мне точно отсюда выпадет пушка. Сегодня-то мне здесь отсюда точно выпадет пушечка за полтинник. Потому что, ну, просто куда? Куда еще вообще что-то? Вот оно, он за полтинник, пушка. За 61. Все, все, все нормально. Вот теперь я изидроп узнаю. Вот сейчас я узнаю изидроп. Так как она дороже. Так как она дороже. Давайте по 2 пооткрываем. Так как она дороже 40 рублей, я ее оставляю. Вот и все. Давай. Тут прям, тут без вариантов, да? Ну что, да. Не, ну просто за один день сделать 5,5 из 250. Это, блядь, x20. Поэтому что тут? Так, порелаксируем, помедитируем. Второй день челленджа. Я видел ваши там суммы, видел ваши цифры, видел ваши ставки. Но я думаю, мне удастся сделать хотя бы 30+. Я думаю, мне где-то 30+, за 30 дней, скорее всего, получится сделать. Но проверим. Проверим, чья правда. Проверим, чья правда будет. Посмотрим. Вот до мигалки дотянул. Мигалка, она сочный скин. Слушай, а что-то он мне перестал этим байтить. Юспиком. Юспом перестал меня байтить. Он совсем меня перестал байтить юспиком. Что такое, не понимаю. Галя. Ну, сегодня, в принципе, вторник. Во вторник и не должно там, по расписанию там не должно быть окупа. Ой, как я хочу ужиков-то на сковородке, чтобы они выпали. Ой, прям, больше, чем нож хочу, чтобы выпали ужики. Нож, хотя я еще ни разу с кейса не выбивал. Но вот прям хочется, чтобы выпали ужи. Не знаю почему, вот прям хочется, чтобы ужики выпали. Ну, сами видите, да, то есть нулина. Полная нулина. Фрикейсы у меня тоже сейчас недоступны. А надо будет проверить, кстати. Ну, по-моему, должны быть недоступны, потому что я вчера где-то в 11 вечера открывал, что ли, первый фрикейс. Ну, какао-буйство, но оно дешевое, блядь, оно дешевое. Давай проверим, посмотрим фришки. Маленько тайм-аут сделаем. Ну да, только через 10 часов станет доступен. Ну, с фрикейса сегодня должны мне 3 грозы выпасть с первого. Снова какао. Ох, какао, какао. А я кофе пью, я не какао. Сделали бы скин какой-нибудь, кофе. Кофе. Но это может что-то стоит. Тоже нихера, да? Вы, наверное, там ролик смотрите и скажете вообще, что за дебил, блядь, ему там вчера столько навалило, а он еще на что-то надеется. Да, надеюсь, а почему бы нет? Собственно говоря, что бы и не надеяться.
Вот, кстати, я тут маленечко подумал, что в воскресенье я про отношения с Изидропом расскажу при условии, если субботний стрим... В общем, что, если субботний стрим наберет 30 лайкосов. Вот, я что-то посмотрел активность на стримах, так плохо стали вы лайки ставить. И я подумал, а что, собственно говоря, почему я должен рассказывать, если лайки вы даже ставить не хотите. Поэтому, если субботний стрим набирает 30 лайков, то в воскресенье я рассказываю, что у меня за отношения с Изидропом. Вот как-то так. Как-то так. 15-ка. Ну. То есть, если бы я сейчас хотел быстро слиться, я бы, конечно, сразу там открыл бы, по 10 штук бы открыл. И я бы слился быстро, но я хочу маленечко... помедитировать, то есть получить такое чувство, знаешь, такой надежды, чтобы, знаешь, вроде как бы и да-да, вот посмотреть, как пролетает вот место преступления, как там все пролетает. Кстати, мне там написали, что лорд написал, что револьвер, который я выбил, это там сувенирный какой-то, ну и хер с ним, хер с ним. Я думаю, этот револьвер будет проще продать, чем грозу сувенирную. Вот прям тут на тоненьком остановись. Не, наоборот все. О! Первый скин пролетел. По-моему, это второй. Это... Я пока что сотку только сделал. Понял? Я пока что сделал только сотку. За сегодня я сделал только 100 рублей пока что. Потому что один с кейса за 300 рублей там, за 60 какой-то выпал. И вот этот за 44, там, 105 рублей, да? Что у меня там... Что за музыка, блядь, у меня играет? Непонятная. Ну, все, мы дело к ночи. Короче, минус... Минус 150 рублей сегодня. Потому что я... Я сегодня первый фрикейс крутить не буду. Завтра его на видос запишу. Посмотрим, как он это... Как с него там что выпадет? Ну, прям совсем, совсем ни о чем сказать. Стоимость скинов. Ну и ролик недолгий получится, это хорошо. Ну ладно, давай. К финалочке. Все, все, слились. Давайте посмотрим, сколько доступно для продажи. Ну вот два скина сегодня я вот этих выбил. 105 рублей сегодня я сделал. 250 был деп. Короче, минус, минус 150 рублей. Я прям так в ролике и напишу. Минус 150 рублей. Общая сумма всего да, 5663. А было 5557. 5557, 106 рублей. Сделано 106 рублей за сегодня. То есть в итоге потеряно, просрата 150 рублей. Печалька, печалька. Ну, ребят, в общем, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Участвуйте в розыгрышах, которые у меня проходят. Ну и делайте ваши ставки на челлендж. Всем пока. До новых встреч.